Всем доброго дня! Вас приветствует фестиваль «Дня первокурсника». Меня зовут Владислав Сергеев, а за камерой Булат Дигангиров. Знаете, старого ведущего отправили на пенсию, его зовут Роман Полинсков, он нас будет смотреть. Мы попросим его на это не обижаться. Тем не менее, он оставил на нас трудную задачу провести этот фестиваль. В этом есть плюсы, мы новые лица, есть также и минусы. Мы с Булатом, с моим оператором совершенно не разбираемся в этом, в студенческой жизни, в нюансах, которые нам предстоит сегодня выяснить. Поэтому будем разбираться по ходу. Поехали! А это гости нашего фестиваля. Они пришли посмотреть выступление Института психологии и образования и юридического факультета. Скрасим их ожидания беседы и выманим из них нужную нам информацию. Ой, девочки, здравствуйте, мы хотим с вами немножко поговорить. Ой, нет, давайте без нас. Нет, мы хотим с вами поговорить. А я помню тебя с Яльчика. Да, я тоже тебя помню. Мне рад, что много знакомых, мы состыковываемся. Так, а вы какой курс? Второй. Второй? Пришли посмотреть на первых? Да. Чего ждешь? Чего-нибудь вау. Можно мы с вами? Не хотят. А можно с вами поговорим немножко? Давайте. А давайте немножко на камеру развернемся. Нет. Мы хотим видеть ваши лица, они приятные. Как вас зовут? Диана. Алина. Алина, мне очень приятно, меня зовут Владислав. Я хотел бы узнать, какого вы института? КФУ. С юрфака, да. С юрфака, ты тоже? Да, вместе. Сам первокурсница? Пятый. Пятый курс? Ну просто уже с Булатом. Булат меня поправляет, я держу высоко микрофон, возможно, вы видите эту руку. Мы просто ищем первокурсниц или первокурсников, не можем найти ни одного, кого до концерта организовывать для старших курсов, вот серьезно. А давно наблюдаете за мероприятием? 5 лет. 5 лет? Чего-то ждете? От чего? От концерта, само собой. Да, веселье. Приятно посмеяться. Смеяться и захватывающего духа номера. Мы сейчас стоим в коридоре, нас не пустили на сцену, мы были только в закулисье, сказали, что мы не можем там работать. На что мы были, конечно же, против, поэтому мы сейчас двигаемся вместе с Булатом на сцену и покажем вам концертную программу, которую вы не пожалеете. Открывает ее Институт психологии. Встречайте! Вот и начинается линейка фестиваля первокурсника. Открывает ее Институт психологии и образования. Самый, как говорят, непредсказуемый институт КФУ. И одновременно один из самых ожидаемых. И люди не врут. Нам с Булатом из программы мало что понятно. Но нас определенно в это затягивает. Да что тут говорить. Смотрите сами. Это Оскар Галимов, всеми обожаемый режиссер ЭПИО, и его монолог, пробивший в моем операторе слезу. Я просто мечтал, что он просто будет, что он будет рядом. Но он ушел. И в этом нет его вины, в этом нет вообще ничьей вины. Просто это чувство, которое приходит очень неожиданно, в тот момент, когда ты его особенно не ждешь. Надеемся, что вам тоже это нравится. Переносимся в закулисье, ведь скоро нас будет ожидать концерт юридического факультета. Сейчас мы вот как раз-таки разговариваем с представителем юридического факультета, как раз-таки после концерта Института психологии. Это наша общая знакомая. Представься, пожалуйста, зрителям. Меня зовут Элина, я учусь на втором курсе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Но сегодня ты выступаешь за юрфак. Да, мы помогаем его сегодня сделать классный концерт. Классный концерт. Мария, Институт психологии прошел, что ты думаешь вообще об этом? Сложно ли будет вам побороть уже тот эффект, который произошел? Ну, у психологов всегда очень своеобразный концерт, но все равно он запоминается, но я уверена, что наш запомнится больше. А почему? Я думаю, что у нас выбрана очень актуальная тема. Я думаю, что все увидят обязательно это. 99-й год
В этом году пошли последние студенты 90-х. Это актуальная тема. Мы услышим музыку, которая была у нас с детства. Увидим игры, сериалы, все то, что было в те времена. Я думаю, что ностальгия, она всегда очень хорошо играет. Приступаем ко второй части программы – юридический факультет. Сегодня они подготовили программу, связанную с культурой 90-х. Ну, очень интересные декорации. Посмотрим и на самих выступающих. Концерт мне настолько понравился, что в порыве эмоций мы решили устроить свой концерт. Правда, в холле. Но вроде тоже норм. Кстати, я там потом буду говорить прощальные слова на сегодня. Но в порыве я забыл включить микрофон. Так что до новых встреч. Увидимся завтра. Пока. Вот так проходит. Все классно.